Эти металлические конструкции неказисты только на первый взгляд. Летом, оформленные цветущими растениями, они будут выглядеть гораздо эффектнее. 10 полусфер установят на набережной. 2 башни украсят вход в городскую администрацию, а 12 шаров – клумбу неподалеку. Такие конструкции – новинка для Благовещенска, хотя во всех крупных городах их преимущества уже оценили. Во-первых, они ударопрочные. Во-вторых, надежно удерживают цветы. И это еще не все. В металлическом каркасе встроена система полива, которая позволяет с легкостью поливать вот эти вот объемные конструкции, и благодаря чему, то есть там есть резервуар с водой дополнительный, который сохраняет надолго влагу. Ежегодно зеленстроевцы высаживают в городе 7500 квадратных метров растений. В этом году намерены удивить не только формами клумб, но и новыми сортами цветов. На лето у нас два сорта новых. Один третий экспериментальный пока. Это у нас тунбергия в этом году и тарения. Это вот два. Но они все-таки больше ориентированы на солнечную погоду, потому что, надеемся, не всегда у нас будут дожди идти. В остальном же разнообразие цветов останется на прежнем уровне. Это колюсы, петунии, бегонии и другие красивые и морозоустойчивые растения. Некоторые только-только взошли в оранжереи. Бегония вечно цветущая, так называется этот вид. Этим зеленым малышам всего лишь месяц. Из этого лотка их необходимо пересадить в более большое пространство. Работа эта очень кропотливая. Помимо легкой руки, специалисты говорят, здесь нужно еще и хорошее настроение. И уже к маю месяцу бегония будет вот такой. Регина Якунина, Александр Лисенюк, программа «Город».